Всех приветствую, но перед тем, как вы приступите к просмотру, попрошу вас досмотреть данный видеоролик до конца. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как я начал свое обучение в автошколе в 13 лет. В 2016 году я начал свое обучение. Сначала я учился исключительно для автоспорта. Первые несколько месяцев у нас была только теория. Затем, по удачному стечению обстоятельств, мне повезло, и я попал на практические упражнения, так называемые тренировки, для подготовки к соревнованиям. И вот спустя практически год мне удалось первый раз на них выступить. Собственно, видео соревнований вы сейчас видите на своих экранах. Затем у нас продолжались тренировки. Летом должны были быть всероссийские соревнования, но, к сожалению, участия в них я не принимал. В ноябре 2018 года в нашей автошколе снова проходили областные соревнования. Если вы хотите, я могу в отдельном видео рассказать о том, как все проходит и какие места мне удалось там занять. Через несколько месяцев у нас снова будут соревнования, и если вам интересно, я могу в подробностях вам все показать. Также с этого года я начал свое обучение на права, и примерно через год я должен его окончить. После чего мне останется просто дождаться своего совершеннолетия и забрать права. Если вам понравился данный видеоролик, данный формат видеоролика, то поставьте лайк и поддержите комментарием. Всем спасибо за внимание, всем пока.